Формирование общеучебных навыков на примере опыта работы международных школ «Мирас» обсудили специалисты образования города и представители образовательных учреждений республики. По словам участников, причина плохой успеваемости у школьников кроется в низком уровне развития полезных навыков. Развиваются они при самостоятельной работе с информацией, умением получать ее и рационально обрабатывать вне зависимости от предмета обучения. В ходе практической части семинара его участники разработали задания, направленные на формирование и развитие общеучебных навыков по предметам на примере общеобразовательной школы. В казахстанских школах сейчас нет такой программы, чтобы она давала четкий, во-первых, четкий план, каким образом интегрировать программу развития общеучебных навыков с академической программой, с учебными программами и стандартами. Затем нет системы оценивания, потому что система оценивания очень интересна и на самом деле она очень актуальна для всех нас, учителей, кто преподает, обучает наших детей в Казахстане.